Классный вопрос. Ну, если бы меня пригласили, вдруг меня пригласили, захотели бы пригласить в Кремль к своему президенту, я бы ему задал просто человеческий вопрос. Мне было бы интересно просто с ним по-человечески говорить, без всяких заготовленных вопросов, без всяких вопросов с подковыркой. А вы знаете, что там, господин президент, происходит тут? И ждать, что он на это ответит, или как он будет выкручиваться. Или... Он человек опытный, умеет отвечать или не отвечать на сложные вопросы. В первую очередь интересно, мы же не знаем, какой президент в быту, какой он за столом, о чем он говорит, какие темы ему интересны, кроме государственных. Мне было бы, какую музыку он любит, какой фильм он смотрит, он наверняка же смотрит фильмы, за какую команду он болеет. Вот я бы задавал вот такие вопросы, и для меня были бы очень интересны.